Дамы и господа, конец близко. Близко. Покайтесь во грехе, ибо наказание уже здесь. Это домашнее вечернее шоу от Гарольд Эдвенча и его ведущий Лоу Файный Перри. Это финал сезона, сука! Нахер вас! Нахер! Да. Это последний эпизод! Нахер вас! Нахер! Да, нахер это шоу! Нахер тут луна висит! Нахер все это шоу! Нахер вас! Нахер! Да! Это последний эпизод! Нахер вас всех! И спасибо, что смотрите нас! Друзья, это финал сезона, и руководство мне сказало, что во втором сезоне они нашли другого ведущего. И отрабатываю сегодня последний день, и знаете что? Я не отдам ему эту студию, шоу больше не будет, это финал, я заберу его с собой в могилу. Это шоу нахер разрушил все, поэтому нахер вас, это финал сезона, нахер вас. И нахер тебя, постоянно смеющийся не в попад, мужик. Да, да. И вообще дела плохо шли, знаете. У нас артистов на лейбле. Сгулькин хер. Я понятия не имею, как Гарольд вообще привлекает артистов на свой лейбл. И по этому поводу у нас новая рубрика с Гарольдом. Гарольд ловит группы в свой лейбл. Зацените, блять! Гарольд ловит группы в свой лейбл. Опа! Чизи на убизи! Ту-ту-ту-ту! Ролли-волли! Криба дуби! Get it? No! Not this time! Спасибо, Гарольд! Спасибо! Ловить тебе на лейбле больше нечего. Как и мне, да. Я теперь безработный и... ищу работу, да. Опыт в продажах имеется, так как я та еще продажная сука. Это последний эпизод домашнего вечернего шоу от Гарольд Эдвенча. Поехали, бляха-муха! До нас дошли новости, что Zombie Bears скоро выпускают новый альбом. Поэтому встречайте прямо в нашей студии. Да, да. Да всем насрать. Да. Скажите, мы заметили, что ваше звучание слишком агрессивное, даже, я бы сказал, сатанистическое. Да. По этому поводу вопрос. Вы верите в Бога? Я люблю маффин с торт. Да заебал! Давайте лучше посмотрим их клип. Zombie Bears! We are here! Knock, knock on your door! I am walking on its way! Run on to my house! To your home! To my home! To my fucking home! What the fuck? Won't lie in my bed!
Если вы смотрите эту видеозапись, значит, я больше не веду это шоу. Нахер современные технологии! Нахер ваш YouTube! Нахер это шоу! Нахер калькуляторы, Друзья, я веду это шоу уже 5-й выпуск. У вас бывало такое, что вы ведете вечернее шоу, и, казалось бы, все отстойные гости уже закончились? А нет, уральский стендап-комик Рома Иванов! Эй, Перри! Хули надо. Знаешь, что общего между моими яйцами и твоим шоу? И то сильно провисает! Им смешно. Пиздец смешно. Ни слова больше. Давайте посмотрим его спешл. Привет всем, добрый вечер, привет, привет, спасибо. Меня зовут Рома, и недавно... И недавно у меня случилась трагедия. Моя бывшая девушка, кстати, она из Таиланда, умерла. Да. От рака яичек. Но вы знаете, во всем еще плюсы. Если ты диабетик, то можешь убить себя сладостями. Я ненавижу эту жизнь. Два альпенгольда, пожалуйста. И я не парюсь. Недавно трахал девушку, но забыл лубрикант. Наплевал на это! О сексе. Знаете, в чем разница между стеклом и шоколадом? Ни один парень не хочет присунуть девушке в стеклянный глаз. Еще один вопрос. Спасибо. Еще один вопрос. Чем похожи флюорография и секс католиков? В обоих случаях нужно засовывать крестик в рот. Спасибо. Меня интересует еще кое-что. Если ты некрофил, педофил и зоофил, ты будешь трахать омлет, а? Кстати, я люблю чувство, когда с утра после секса хожу в футболках 2XL. Поэтому трахаюсь только с толстыми девушками. Много вещей кажутся странными. У меня есть друг, гомосексуалист. И веган. Совпадение? Не знаю, но он не настоящий веган. Кое-какое мясо у него во рту бывает. Рыба. И члены. В любом случае, во время обеда я всегда даю ему выбор. Ешь мясо... Или иди нахуй! Выбирай! Вау, спасибо! Спасибо большое! Вы лучшая публика! Всем пока! Спокойной ночи!
Это был Рома Иванов и его спешл. Ром, я слышал, ты выступаешь в стендап-клубе нашего города в Брюки-баре. Скажи, может быть, какие-то концерты, ближайшие мероприятия, о чем-то хотелось бы сообщить? Да, в этом месяце мы... О, Господи, погоди, Боже, что, позвать врача? Что происходит? Что? Боже, как я обожаю Skittles! О, зелененькая, самая вкусная! Мог прорекламировать все, что угодно, но прорекламировал Skittles. А знаете, что еще странно? То, что происходит в мире, потому что погода следующего года прошу. Да-ра-ра-да-ра-ра-да-ра-ра. Видите же, какая хуйня в мире происходит. Че меня-то спрашиваете? Да-ра-ра-да-ра-ра-да-ра-ра. Эй, где мой кофе? А где моя новая кружка? Спасибо. Знаете, мы провели исследование, которое показало, что стикеры Гарольда продаются так же хорошо, как пластинка уральской группы Truck Drivers под названием «Делай, что должно, и будь, что будет». Релиз выпускается очень ограниченным тиражом, поэтому успевай купить. Расходятся, как пирожки. А сейчас лайв в нашей студии группа Truck Drivers. Честно говоря, я не хотел бы его слушать, но, к сожалению, не оставили. Так что зацените. Постоянно захламляешь голову бесконечными онлайн-курсами и все еще чувствуешь себя неквалифицированным? Йога-практики в клоповнике. Йога-практики в клоповнике. Захламляй душу, а не голову. Они же нас репостнут. Возьми меня. Футболка Гарольда. Возьми меня. Что ж, друзья, сейчас у нас по-особенному супер-пупер-дупер-мега-гость. Основатель и лицо нашего супер-пупер-дупер-мега-лейбла. Прошу, встречайте, сам Гара. Привет, привет. А, что ж, да. Что нового в твоем лейбле? Да вот, ведущего увольняем. Уже нашел работу? Нет, а ты? Гарольд. 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 Знаешь, а я заметил, что вы меня потихоньку выкуриваете. Да? Как? Потому что вы вместо кофе налили мне блестки!
Наслаждайся двойным капучино, ублюдок! Вперед, собачка! Перри, сегодня твой расчетный день. Да, хорошо. Что? Что ты делаешь, сволочь? Это моя, блядь, зарплата вообще-то! Так вот, как ты ведешь бизнес. А вот как я его веду! Перри, нет, это всего лишь шоу. Иди сюда, сука! Прервемся на медитацию. Медитируем с Валей Банджо. Медитировали с Валей Банджо. Друзья, это последний эпизод. Это конец. Конец шоу. Да, финал. И знаете, этот эпизод был очень агрессивным. И чтобы чуть-чуть остыть, мы позвали скрипачку из музыкального училища имени Гнесиных, Анастасию Александровну Борисенко. Прошу. Прошу. Это, блядь, не работает нихуя. Спасибо, что смотрели нас. Всем спокойной ночи и check you later. Oh,
друзья, мне кажется, глаз сошел с ума и теперь следит. Здравствуйте, в эфире прогноз погоды от всевидящего ока, друзья. Да вертел ваше будущее, все мы умрем, понятно, все будет плохо, будущего нет, и все мы сдохнем нахер, люди обречены, в Икее закончились смешные названия для мебели. Смотрите в оба. Я молодец! Перевел, озвучил, Глеб помогал. Еще раз сделай так. Серьезно?
Self-isolation! 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 Готов? У нас не готов. Ебать, Ферри поздоровел. Коль 600 сейчас. Hello! No, that was too dramatic. Все, он переснимал, все, не надо. Все заебал. Блять, заебал.